Добрый вечер, друзья. 2010 год, год тигра. Тигр, как известно, животное полосатое. И говорят, тигриная шкура, как наша жизнь. То светлая полоса, то черная. Я вам хочу пожелать, друзья, чтобы в новом году черных полос не было вообще, чтобы вам везло как можно чаще. А мне что-то не везет в последнее время. Ну, не везет. Все черные коты в лицо знают. Я ничего не понимаю. Я на рынке, как все, выбираю арбуз. Как все, подношу к уху. Стучу кулачком, как все. На 32-м арбузе. Продавец-кавказец именно ко мне подходит. И говорит, хватит стучать, нет там никого. У нас в доме за 30 лет только 2 раза лифт застревал. Угадайте, с кем? Как-то на стадионе сидел. Легкоатлет молот метал. Я чувствую, можно не продолжать. Один раз в жизни выехал за рулем непристегнутый. Один раз. Вот он, внутренний орган. Оштрафовал так. И теперь даже когда на унитаз сажусь, рулоном пристегиваюсь. Ну не везет. Тут, говорят, на землю какой-то метеорит летит, похлеще тунгусского. Я даже прятаться не буду. От судьбы не уйдешь. Не везет. В кое-веки собрались с женой отдохнуть, поехали по путевке в Испанию. Она мне по этому случаю футболку новую прикупила. Красную. С цветом угадала. У них как раз праздник был. Быков на улицу выпускают. А в красном только я. Быки смотрят. Подарок судьбы. Никогда еще мы так быстро достопримечательности не осматривали. Это у нас наследственное. Сестре всю жизнь в любви не везет. Помните, в песне поется? Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вот моя всю жизнь 10-я. Ночью с работы шла. Вдруг из темноты на нее мужик. У моей дурехи сразу мысль мелькнула. Маньяк. Повезло-то как. Сразу вспомнила, чему нас учат. Если на вас внезапно напал маньяк, постарайтесь расслабиться, чтобы усыпить его бдительность. Ну, это и спрашивает. Мне колготки снять? Мужик обалдел. Говорит, да я вообще хотел время спросить. А вы что, без колготок стрелки не видите? Не везет. В командировку послали в другой город. Там по окончании всего решили праздник устроить. Всех в сауну позвали. Девочек пригласили. Ну не было ничего, клянусь, ну ничего не было. А там так красиво внутри. Решили пофотографироваться на память. Я говорю, только меня с девками не щелкайте. Жена увидит, убьет. Хорошо. Приезжаю домой, протягиваю конверт с фотографиями. Первая фраза. Ты был с бабой. Все перебрали. Ну нет ничего. Конверт переверни. Конверт переворачиваю. Там какая-то сволочь написала. Сюда фото с девками не класть. Не везет. Летом дачу снимали на двоих. Соседи решили кроликов разводить. За бешеные деньги был приобретен кроль. Красавец. Блондин. Пробег 100 000 крольчих. Гигант. Пару раз даже на хозяйку заглядывался. А у нас собачка была Дина. Хорошая собачка. Как-то вечером приносит в зубах что-то непонятное, грязное. Я смотрю. Кролик. Уже не совсем белый. А главное, не совсем живой. Это ж какие деньги отдавать? Ну что, жена его срочно под душ вымыла. Как стемнело, я обратно в клетку поставил. Мало ли от чего мужик помер. Ночью кошмары снились. Будто дачу окружают крольчихи. Песни пою. Опустела без тебя земля. Утром просыпаемся от дикого вопля. Началось. Прибегает сосед, орёт. Представляете, кролик-то наш помер. Да вы что? Да как же? Ему же еще жить-то жить. Да и моему худо, моему. Прибегаем, сидит соседушка в пол и не в меняйке. Говорит, кролик. Он же болел. Долго болел. А вчера утром помер. Так я ж его закопал. Утром захожу. Как откопался.
что характерно, помыться же успел. Ну, не везет. Тут жена насмотрелась мировой эротики, решила разнообразить семейную жизнь. Хоть бы предупредила. Ночью с работы прихожу, она на пороге раздела и стала сверху вниз обдавать взбитыми сливками. Щекотно, но молчу. Жду прихода эйфории. И думаю, с моим-то везением сейчас дойдет до центра композиции и сливки кончатся. Нет, как ни странно, хватило. Только пятки припорошило. Звонок в дверь. А у меня рефлекс. Звонят, открой. Соседка Нина Ивановна. Ой, она и до этого-то не все буквы выговаривала. Она говорит... У сына день рождения. Я говорю, так мне зайти? Я тортик испекла. Говорю, если надо украсить, несите, я присяду. Больше мы не видели, дверь закрыли. Жена опять сверху вниз сливка. И стала сверху вниз Аки Шерон Стоун слизывать. Дошла до центра композиции. Посмотрела виновата. И говорит, слушай, я объелась. А что смешного, я не пойму. Не везет. Так что, ребята, если у вас черная полоса в жизни будет, вы про меня вспомните. Вам сразу легче станет. Стыдно сказать, мне даже в туалетной бумаге с запахом персика косточки попадаются. Спасибо. С Новым годом, друзья! И пусть всем повезет. Спасибо. Байкер летит на мотоцикле. Впереди пост ГАИ, а он очень сильно разогнался. Он, блин, сейчас тормознут эти упыри. Пытать начнут. Спросит, что глаза красные. Обкурился, что ли? А что сказать? А я скажу, ветром надуло. Ну его гаишник, хоп. Так фатически, говорит, сынок, ну куда так летим, он себя не бережем, он уже глаза красные, чё, ветром надуло? Он говорит, нет, обкурился! Я хочу исполнить номер про двух пацанов, которые хотели это сделать, но их отвлекло более возвышенное занятие. Ну чё тормоз, а? Давай газету раскурим. Давай газету раскурим, баклан. О, зырь, что тут написано. Отгадай новогодний кроссворд и выиграй 1000 рублей. Ух ты! А как их отгадывают? Ну, тут в клетках слова зашифрованы. Вот, например, по вертикали. Кровососущее насекомое, 5 букв. Бобер! Подходит. Ну ведь бобер не насекомое. Насекомое? Ты видел, какие он насечки насекает? Логично. Бобер. Дай мне попробовать, дай сюда. Ебдавс антачирк отыч. Гоны какие-то. Баклан, газету переверни. Тут написано, что кричат на свадьбе. А, на свадьбе кричат, это ясное дело. Хазбалату далай, я цеплю тебе. «28 букв. Тут всего 6 клеток и первая буква «Ё». Откуда там «Ё»? Ну, бобёр же был по вертикали. А-а-а! Слушай, значит, это свадьба с дракой. Драка мощная, пиши «Ё» во все 6 клеток.
А ты, оказывается, смышленыш. Если так дальше пойдет, 1000 рублей наша. Клево, к Новому году. Ну дай мне еще попробовать, дай. О, колючее дерево, 3 буквы. Я из деревьев только хрен знаю. Колючее значит еж. А почему еж дерево? Потому что бобер насекомый. Логично. Так мы весь кроссворд разгадаем. Так, парнокопытное животное дает шерсть. 5 букв, первая Б. Если 5 букв и начинается на Б, это не парно, а порнокопытное. Да, но тут написано шерсть дает, а не просто. Чё, опять бобёр? Бобёр уже был. Так это другой бобёр. Тут же без вариантов, дает шерсть. Откуда у него шерсть? Он в воде живет, у него чешуя должна быть. Ну тут сказано, парнокопытный, значит всего пара копыт, остальное чешуя. А зачем ему в воде копыта? Чтобы рыбу глушить. Логично. Пусть будет еще один бобер. Текс. Житель Гондураса. 10 букв. Гондураст. Откуда ты знаешь? Да у меня пол подъезда. Пол подъезда этих жителей. Прикинь, у тебя пол подъезда, а там целое государство. Кстати, не подходит. Тут первая буква И. Эстонец. Эстонец 7 букв, а тут 10. Ты лучше считай. Эстонец. Подходит. Клево, так весь кроссворд разгадаем. Текс. Вредный мелкий грызун. Прикинь! Снова бобер! Бобер крупный полезный грызун. А тут вредный мелкий, да? Слушай, да это же зверек вот этот вот серенький, чморевидный чухан с мутными глейзами. Вспомнил, мышь! Мышь? 3 буквы. А тут 4. Слушай, ше буква широкая, может ее в 2 клетки надо писать? Ты гонишь, все буквы равны перед алфавитом. Значит, крыса. В крысе 5 букв. Значит, крыс. А кто такой крыс? Хахаль крысы. Хахаль крысы выхухаль. А крыс, крысин законный муж. Текс. Королева Великобритании. 9 букв. Пенсионерка. Тут 4-я З. Пензионерка. Пензионерка З не 4-я, а 5-я. Слушай, может, не королева, а королева? Эврика, королева! Тогда Зе на своем месте. Тарзаниха! Подходит. Скоро же весь кроссворд разгадаем. Слышно уже, как денежки пахнут. Убийца Юлия Цезаря. 1-я Б. Не может быть! Неужто бобер? Он чё, изверг, бобры на людей не кидаются. А, ты его зубяки видел? Такими зубяками не то, что Цезаря. 100 буратин порвать можно. Ага, и копытом по башке.
Ну и зверь этот бобер, насекомое в чешуе, двумя копытами дает шерсть, еще и буйно помешивает. Слава богу, по буквам не подходит. Почему? Здесь 4 буквы. Значит, бобр. Слушай, бобры кроссворд оккупировали. Дальше вообще ржачка. Тот, кто занимается боксом. Первые 2 буквы БО, последний ЙОР. Он еще и боксом занимается. Какой чумовой зверек. Главное, 1000 рублей у нас в кармане. Клево. Осталось последнее слово. Водоплавающее животное с лопатообразным хвостом строит хатки. Все реально? Там так и написано, да? Лопатообразным строит хатки. Ну да. Это 300% гастарбайтер. Тут всего 4 клетки. Как я в них своего гастарбайтера помещу? Как? С комфортом. Они по 40 человек в одной клетке помещаются. Это ж как же нужно обкуриться, а? Слушай, баклан, может, давай бросать курить, а? А то еще в гастарбайтеров превратимся, будем всю жизнь хатки лепить. Мрак, тормоз, давай бросать курить. Сейчас бросим курить, выиграем 1000 в кроссворд и заживем, как бобры в воде.